Продолжаем! Дружба России, Перу, Латинской Америки на века! Ура! 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 Латиноамериканцами, Перу, Венесуэла, Куба, со всеми латиноамериканцами, Израилем, Египтом, Перу, со всеми людьми, добрые на воле на планете, со всеми россиянами, с партией «Единая Россия, Народный фронт», самыми лучшими в мире героями спецоперации армии России Луганска Донбасса, очень просим вас, Владимир Владимирович Путин, избираться на вход президента России, на выборы президента России. 24-го поддержали Сибин, Александр, Кундель, Толстой, герои спецоперации лучшей в мире. Ура! Дружба России, Перу, Латинской Америки за века. Слава героям российской армии! Ура! Победа на века! Спецоперация армии России Луганска Донбасса лучшей в мире. Россия всегда побеждала, всегда побеждает и всегда победит. Россия, вперед! Все мы голосуем за победу на выборах президента России 2024 года Владимира Путина, президента любимого всенародного. Наша Россия, наш президент, вас, наша сила, право и честь. Ура! Ура! Россия, вперед! Ура! На здравствует победа на выборах президента России 2024 года Владимира Владимировича Путина, президента любимого всенародного. Поддержали все участники, герои ВДВ, праздника пророка Божия Ильи на Красной площади, герои самого лучшего в мире форума «Армия-2022», Алабин и парк «Патриот», все участники, организаторы фестиваля «Дружбы народов», Перу, Латинской Америки и России. Ура! Победа России за века! Россия всегда побеждала, побеждает, всегда победит! На красных предстоящих таких исторической перепальной победа на выборах президента России 2024 года Владимира Путина и все высшие награды героев спецоперации армии России Луганска Донбасса лучшей в мире! Ура! Ура! Пока Владимир Путин, президент любимый всенародный! Мы вас очень просим избираться на вход президента России, на выборы президента России 2024 года. Призываем всех россиян дружно и согласно голосовать за выдающуюся историческую центральную победу на выборах президента России 2024 года Владимира Путина и за победу героев спецоперации армии России Луганска Донбасса на века. Фашизм не пройдет на стране. Фашисты, давайте! Россия всегда побеждала, побеждает и всегда победит. Победа над героем спецоперации армии России, гитариста Донбасса. Лоренцо Дон Чусь.
ваши аплодисменты! Гитарист, певец Лоренцо прекрасно поддержал инициативу «Есть арт-метрических» о выдвижении на пост президента России на выборы президента России 2024 года Владимира Путина. Президент любимого